Впереди 4 насыщенных соревновательных дня. Завтра гимнасты покажут обязательную программу, в пятницу – произвольную. Также в этот день пройдет командное первенство и многоборье. В выходные в школе состоятся финалы в отдельных видах многоборья. За награды борются юноши в возрасте от 11 до 13 лет и девочки от 9 до 12. Конкуренция серьезная. Сильнейшие соперники приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Но, как говорят наши тренеры, владимирцы имеют все шансы на золото. К слову, первенство России по спортивной гимнастике в этой возрастной категории в нашем городе проходит впервые. Здесь должны быть обязательно хорошие гимнастические снаряды современного требования, чтобы они соответствовали для того, чтобы ребята выступали, девушки выступали на хороших гимнастических снарядах. Конечно, чтобы провести такие соревнования, престижно, потому что, посмотрите, на самом деле приехали лучшие гимнасты и гимнасты этого возраста со всей России, и посмотреть на них, конечно, это будет очень приятно.